У 5-летнего Ильи проблемы со здоровьем с рождения, но это не мешает ему, как и другим детям в его возрасте, играть в спортивные игры и разучивать песни к празднику. Просто Илье нужно больше внимания, и потому родители постоянно ходят с ним на занятия в центр «Семья». Сдвиги есть, ребенок стал общительнее. Ну, мы очень благодарны, потому что они трудную минуту навсегда не оставляют. Приходят нас, поздравляют всегда, приглашают на всякие мероприятия. Такие елки для детей с ограниченными возможностями здоровья в центре внешкольной работы проводятся уже более 15 лет. Каждый год здесь показывают новую сказку с неизменными персонажами – Дедом Морозом со Снегурочкой. Власти Куйбышевского района уверены, такие праздники сильно сближают детей, которые редко выходят из дома. Каждый ребенок хочет праздника, тем более в предновогодний вечер, предновогодние дни. Хочется подарков, хочется какого-то чуда сбылось. Для них, наверное, самое большое чудо будет это, чтобы они выздоровели. Когда приходит Дедушка Мороз, это нужно видеть в глаза детей. Они в него верят, они ему шепчут свои желания. И мы, конечно, желаем этим детям, чтобы их желания в первую очередь исполнялись. После спектакля детям подарят шоколадные подарки. А к тем, кто не сможет выбраться на праздник, домой придут волонтеры молодежного центра «Диалог». Даниил Лычко, Артем Сулейманов. События.